давай, давай, давай! Блин, почему скорость падает? Очки запотели и замерзли. Смотрю в узкую щель, вижу только приборы. Скручиваться не хочу, потому что по пятам идет гроза, и я боюсь зайти в ее фронт и дождаться, когда он меня накроет. По крайней мере, такую картину я видел на входе в горло. Ладно, минус 2, минус 3. Ура! Я вижу землю, ребята! Дай-ка заложу спираль. В честь этого... Блин, ни хрена не вижу, как тут спирали. Глаза мне нафиг выпьет. Ну давай, 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 давай. СМС-ка пришла. Сосал, я успел поставить точку, 21-ю точку, взять курс на нее. Сейчас вижу. Вот она, земля, земелька. Добраться до тебя. Сейчас высота-то мне нужна. Знал бы, что такое дело, не в жизнь. О боже, я уж думал, я не увижу этот пейзаж. Я, конечно, понимаю, что надо радоваться. Вон она идет, вот она меня преследовала, блин, и она не отстает. Скорость у меня маленькая. 36 километров. Высота 4. В принципе, шансы есть.
мизинец не чувствую. Вроде все остальное пока нормально. Ой. Говорит Кирилл Смоленский. У меня 3800. Я на выходе из горлышка начал наблюдать